елочкам. Последняя игрушка, елочка готова. Ух ты, какой красивый золотистый зонтик. Очень здорово. Смотри-ка, елочка уже готова. Осталось ее только включить и все. Ирочка, хватит там на поезде кататься. Иди сюда, посмотри, какая елочка получилась. Сейчас еще кружочек и все. Иду. Ой. Ух ты, какая красивая елка-то получилась у нас. Осталось ее зажечь. Вы знаете, как елочку зажигать? Да, знаем. Раз, два, три. Елочка, гори! Во, смотрите, она светится. Ой, ух ты, как красиво. А теперь, девчонки, давайте споем песенку. А какую? В лесу родилась елочка. Ой, а, ну да, я вспомнила. Очень здоровская песенка. Да, очень здорово, я ее очень люблю. Ребята, а вы знаете эту песенку? Если не знаете, то ничего, слушайте нас. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, шли елочка, бай-бай. Корм снежком и кутыва, смотри, не заберзай. Ты сегодня не помнишь песенку? А Дольщика? А как Дольщик? Ребята, напишите в комментариях. Динася, хорошая елочка. И так здорово. Ребята, а вы нарядили свою елочку у себя дома? Она у вас красивая получилась? Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не подписаны на канал Зырики ТВ, не забудьте подписаться на него. А еще переходите на другие видео вместе с нами. Всем много-много подарков на Новый год. Обязательно напишите, что вам подарили. Пока-пока.